Производить сырое молоко в России в марте стало дороже на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы данные аналитического центра Национального союза производителей молока, которые опубликованы на сайте организации. По данным этой структуры, себестоимость килограмма в феврале составляла 29,5 рублей без учета НДС. Это на 3,6% выше, чем в прошлом году. При этом в Минсельхозе заявляют, что на 21 апреля отпускная цена у производителей равнялась 26 рублям и 40 копейкам за кило. То есть рост составил 4,1%. Между тем, по данным РБК, в нынешнем году себестоимость производства сырого молока выросла на 20-30%. Собеседники издания основными причинами называют рост цен на корма и племенной материал, а также снижение курса рубля.